с вами снова Панич Вартур, и вы уже, наверное, соскучились по простым движухам и классным появлениям. Итак, мы начинаем урок, на котором мы выучим три простых движения, с которыми ты по-любому справишься, и первое из них будет шаг, который в простонародье называют подобуре. Мы не будем ничего придумывать, не буду вас обманывать, и так его и назовем подобуре. Окей, итак, мы начинаем. Внимание на ноги. Это движение используется также в хаосе, в хип-хопе, во многих других танцевальных направлениях. Мы изучим самую простую форму. Потихонечку, поехали. Ставим ноги на ширине плеч. Можно чуть-чуть шире, можно чуть-чуть. Вот, и начинаем делать шаг назад на крест. Окей, открываем правую ногу в сторону. И левую ставим на пятку для начала, чтобы запомнить все эти три шага. Итак, еще раз. Шаг на крест. Левую ногу открываем. Эту на пятку. И теперь начинаем прям перемещаться. Бум, буква В. Бум, бум. Справа ноги. Раз и два. Раз и два. Раз и тут можно делать такой плоскости. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Раз и два, три и по. Это базовый ритм этого движения. Вы опять же можете с этим играть, можно делать его без точек. То есть раз и два, и три, и по, и раз, и два, и так далее. Но вспоминаем, что мы занимаемся хип-хопом, да, и поэтому мы не просто делаем вот этот шаг. Мы используем кач, разные качи, соответственно, которые подходят под тот или иной трек. И все это делаем вместе с шагом, то есть, например, обычный баунс. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум. Просто кач вниз, бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум. Либо, если мы делаем быстро, мы качаем также вниз, можно просто ставить баунс и так далее. Вот. Я думаю, мы не будем очень долго разбираться с этим шагом, мы размяли свои ноги и можем продолжить. А следующее движение называется у нас ГУЭС, и сейчас я покажу вам, как его делать. Whistling Dixie, middle school, I was getting head on the 10 speed. Gigolo bloodline, pimping the red terror. Black on 28, it remind me of February. Первое. Это руки. Разберемся с руками. Я думаю, все так смогут делать, как будто мы тусуемся. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Пол расслабленный. Таз начинает сам за ним пританцовывать. Бу-бум, бу-бум. И за руками. То есть здесь вверх, вниз, вверх, вниз. Коленки тоже расслабляем. Вверх, вниз, вверх, вниз. И теперь качаем здесь вниз и вверх. И вниз и вверх. Отдельно таз. И кач, вот он. Бум, бэйн, бум, бэйн, бум. Вот, там все тоже с руками. И хоп, и хоп, и хоп. Итак, соединяем. Семь, вот. Раз, два, три, хо, пять, шесть, семь, вот. Вот, тоже можно использовать ноги. Мы возьмем именно вариацию вот эту, то есть так, та. Можно делать широкие руки, узкие руки. Широкие руки, узкие руки. Чтобы отпрыгивать в сторону, все просто. Мы качаем. Раз, два и в сторону. Два и в сторону. Два в сторону. Я предлагаю вам следующую вариацию. После подобора, я думаю, мы чуть усложним наше занятие. Вот. И сделаем следующим образом. Раз, два, три, фо, пять. И вот здесь поработаем с ногой. Добавим вариацию с ногой. И шесть, и семь, и во. Думаю, с вас хватит. Итак, 5, 6, 7, 8. Расслабон, пу-пам, и раз, и в сторону, и в сторону, и стопа закончила вот в эту, что, слова все
забылись в этой, что это? Голова, голове. Угу. Еще раз, 5, 6, 7, фло, и раз, два, и три, фло, и 5, и 6, и 7, и вот. Whistling Dixie, middle school, I was getting head on the 10 speed. Gigolo bloodline, pimping the hereditary. Black on 28, it remind me of February. But a bitch ain't one, I got the rest for two. Итак, третье движение, которое мы рассмотрим, называется Charleston. Также супер древнее, очень старое, но классное. Здесь опять нам понадобится работа с ногами, и я сразу покажу вам упражнение, которое нужно будет чуть-чуть поделать. Мы становимся на носочки и делаем стопами туда-сюда. И хоп, и хоп, и хоп, и хоп, и хоп, и хоп. Следующее, что нам нужно, это просто пошагать. Вперед, назад, вперед, вперед, назад, вперед, назад, назад. Для того, чтобы было удобно делать вариации. Итак, зачем мы делаем вот это? Мы сейчас совмещаем шаг и вот это движение вместе. То есть мы отрываем ногу, делаем и, обе стопы работают, и мы делаем шаг вперед. И, раз. Если мы хотим идти вперед дальше, нужно то же самое сделать и с правой ногой, и мы работаем и отрываем ногу, два, выворачиваем пятками друг к другу. Итак, 7, 2, и раз, и два. Если мы хотим пойти назад вперед, все то же самое, как в тустепе, бум, и возвращаемся, например, назад. Вот. Если мы хотим пройти несколько раз вперед, все просто, каждый раз меняем ногу. И раз, два, три, фо, раз, и два, три, фо. Окей. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beat with radio, if I don't play they show, they don't play my... Если нам нужны вариации, все просто. Разбираем их как с степом вперед, вперед, назад, вперед, 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 назад, вперед, назад, назад, ну, примерно. Вот, и сначала делаем это по схеме тустепа, и потом накладываем на Charleston. Все дело здесь вот в этом. И раз, и два. И я бы советовал потренировать каждую ногу отдельно, туда-сюда, вперед-назад, и потом уже варьировать всем, чем можно. Можно делать с любыми шагами в сторону, и по, и раз, два, и три. Как всегда, я буду нудным и напомню вам про кач. Пожалуйста, не делайте вот это вот. Вот, да, то есть стараемся также делать с баунсом, с разными качами. И экспериментируем. Поехали. Вы, наверное, смотрите этот урок и думаете, такое ощущение, что ребята куда-то торопятся. И знаете что? Вы правы, потому что наконец-то на улице солнце. Поэтому мы хотели очень быстро снять этот урок и пойти загорать. Да, совсем забыл. С вами был Punisher Артур, портал Slenderge. Увидимся в следующей серии, либо на пляже.